Привет, ребята. У нас не совсем задалось утро. Мы планировали выехать в 6:45 в Ялту, встать в начале Мискора, чтобы подняться на гору Айпетри. Но случилось следующее. Вчера вечером мы заказали билеты на сайте Севастопольского автовокзала. Они теперь сотрудничают с ЕГКС. И на ЕГКС можно заказать билеты. Но мы перешли на сайт ЕГКС, заказали билеты, оплатили эти билеты на 6:45, первый билет, который оттуда был. Все нормально, все хорошо. Утром приехали на автостанцию забирать свои билеты, а нам сказали, рейс поломался, рейса нет. Значит, нам никто не позвонил, не уведомил, не прислал никакое сообщение, ничего. Сказали, меняйте билеты. Значит, рейс 6:45 его нету, только на 7:00. Захожу я, значит, на сайт ЕГКС, забрать свои деньги вернуть. Захожу в личный кабинет, не выдают ошибку, невозможно зайти в личный кабинет. Ладно, звоню оператору. Оператор работает только с 9:00. Чат поддержки тоже не работает, не отвечается. Захожу в личный кабинет кое-как, на билеты, где были куплены. А мне выдается белое такое окно с ошибкой, в общем, невозможно ничего зайти, загрузиться. Отлично, ребята, работают, отлично работает автостанция Севастополя. И отлично работает сайт ЕГКС, который предоставляет услуги по продаже билетов. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе.